пожалуйста. Заходите. Все спокойно, сейчас. Сейчас во всем, все. Не переживайте. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы во всем разберемся. Главное, не нервничайте, не переживайте. Все. Да мы не переживаем. Ты наш ДТП разбирай. Только имей в виду, что от правильного решения зависит вся твоя дальнейшая карьера. Да, а все, вы, вот, генерал и лейтенант, двигались на личном автомобиле, я вижу, с абсолютно разрешенной скоростью, 170 в час, это нормально. Навстречу вы, генерал ФСБ, по встречке, так сказать, соблюдая абсолютно все правила дорожного движения. Виноват. Кто? Вы знаете, по опыту, есть вот такие ДТП, ну нет виновных в них. Ну нет, просто звезды так сошлись, большие такие, генеральские. А в этом ДТП виноваты есть. И должен быть наказан по всей строгости. Это кто? И это сильнейший боковой ветер. Зараза! Он кардинально изменил траекторию движения. При преступный ненормативный угол дорожного покрытия 45 градусов почти. О, я найду этих гастарбайтеров. Из нас кто виноват? Из нас я. Скотина, я не обеспечил безопасность движения на веренном мне участке. Кто виноват из нас с ним? Из вас хотите коньячку? Хотим, но у тебя такого нет. Ну кто виноват? Он? Да понятно же, что он. Мужики, я умоляю, мужики, будьте людьми, пожалейте. Ну, Христом Богом, или пожалуйста, у меня семья, у меня дети. Двое. Две девочки, двойняшки. Так, от него толку нет. Пойду позвоню, кому следует. Это я, кому надо, позвоню. Да. Так, ну что, поговорили. Ты один и тот же человек. Сказал, сами разбирайтесь. Так что, майор, тебе решать. Какое у нас сегодня 13-е? Пятница. Я же в четверг 12-го, а я уволился. А я забыл это, замотал. Восстановлен в должности полковника ФСБ. Но своих-то ты топить не станешь? И назначен командующим Северного военного округа. Надеюсь на верную службу. Господи, как карьера-то поперла. Жалко ненадолго. Ну выбирай, мужик ты или нет. Чё тут решать мне? Чё тут мужик, не мужик? Да оба вы виноваты! Оба! Чё ты летел? Чё ты 170 прёшь? Чё тебе повылазило? Ты не видел, что знак 60? 60, ты понял, ты? А ты чё ты? По встречной тебе прёшь? Тебе можно всё, да? Лишение прав обоим! Пожизненно! Все. Вот это все. Принципиальная позиция. Уважаю. Завтра новый получишь. ФСБшный, естественно. Ты знаешь, что выбрать.